И снова всем привет, с Даниэлем вы уже знакомы. Это тот человек, который работает пилот вот этого болида, просто огромного. И когда ты обрабатывал-то машину? Это чуть больше года было, да, уже? Ну, примерно тогда. Да, чуть больше года. Вы видели это видео, когда мы показывали после обработки. И машина работает каждый день. Вот только сегодня он приехал, ты асфальт довозил. Да. А так и камни, и все что угодно возит. Вот так вот выглядит на сегодня автомобиль. Вот так вот это все выглядит. Кузов еще даже не потрепался. Хотя здесь и ковшами бывает, да, стук? Ну да, да. То есть машине достается, ну, как бы выдерживает. Сейчас мы спросим Даниэля, как ему. Ну, единственное, вот здесь, я все время говорил, вот у него есть одно место, здесь была сквозная ржавчина, и с той стороны Даниэль не обработал. Но вся остальная площадь как бы просто супер. И вот там я удары смотрю были, то ли ковшом, то ли камнем, и все как бы хорошо держится. Как твое именно вот ощущение? Да, он, кстати, является владельцем этой машины, он не работает на ней. Это его машина, он ее сам ремонтирует, полностью ухаживает за ней. И я вот смотрю, у тебя даже вот этой ржавчины не было, да? При первой встрече не было. На кабине, да? Да. Да, и с той стороны ее не было. Так что надо следить вот за этим. То есть и ты обрабатывал цинком. Как вот твое ощущение после года эксплуатации? Действительно в очень реальных условиях. Ну, на самом деле, откровенно говоря, вообще у меня обычно сезон основной летом, вся работа, как правило. Но в прошлом году получилось ровным счетом наоборот. Я лето почти простоял. Угу. Рабочая была осень и зима. Ну, как раз самый суровый. Да, то есть работала машина в агрессивных условиях. Работал, получается, всю осень отработал. Декабрь полный, январь настоял, и февраль, и март. Вот я отработал. Угу. И как бы, ну, естественно, это соль, снег, дождь и так далее. То есть, скажем так, возможности мыть даже каждую неделю не было, поэтому. Как бы вот как есть. Ну и сегодня ты говорил, давай помою. Я говорю, не надо мыть, пусть народ видит, что эта машина действительно рабочая. Если подойти, да, кстати, кафе-гараж, почти в центре города. Почему почти? Это в центр, же, да? Да, да. Заходили, пили кофе, вот такой, заходите. Машина вся в асфальте, здесь очень сильно побита. Но ржавчины нету. Ну здесь, я понимаю, вас толкают, заводят или что, или ковшом бьют? Ну, бывает на самом деле места, где застреваешь там, и других вариантов нету. Или тянуть, если нет возможности тянуть, тогда просто погрузчик подъезжает и толкает тебя, а ты там выбираешься. Да, это как бы видно. То есть ты занимаешься и асфальтом, и вывозом мусора, то есть полностью. Какая есть работа? На самом деле, любые строительные материалы сыпучие. Начинает от песка, заканчивая асфальтом, поэтому... Сколько кубов? 20? 20 кубов, да. 20 кубов. Кузов по тоннажу? По тоннажу возим 30 тонн и до 35 даже было. До 35 тонн. Ребята, кому нужна машина, телефончик вы видите на экране. Звоним. Даниэль всегда четко выполнит свою работу. Дядя Олежа рекомендует, а дядя Олежа говна не посоветует. Но я помню, ты ее пескоструил только дня два, да? Он же у тебя и снизу обработан. Да, ее на самом деле два дня пескострули, они замучились, а потом я два дня красил. Ну, с цинком как тебе понравилось работать? Просто? Ну, да. По расходу как? По расходу довольно-таки экономно и ложится очень, очень неплохо, поэтому, ну, мне понравилось. Ну, вот даже я смотрю, у тебя после пескоструя, да, вот эти вот выщербленные металла, это вот то, что он не обрабатывался до этого кузова, прожил у него. Но ты знаешь, они смотрятся очень круто. Ну да, довольно-таки интересно. Да, я бы даже, вот знаешь, специально вот так вот набил, если, ну, допустим, какими-то шариками, да? Не, смотрится здорово и выглядит до сих пор классно. Но здесь у тебя ты и цинком же покрывал, потом эпоксидником. Да, цинк и потом эпоксидный грунт. И еще красил чем-то. И акрил. Акрилом. Ну, в принципе, это круто.
Я рад, что ты доволен. Так что, ребята, вот... Да, здорово, спасибо. Не думайте, да, не думайте, ребята. Вот просто я недавно показал то видео наше, и говорят, а интересно, вот что же с этой машиной? А я еще в Бресте был. Я говорю, да не мабазар, а мы же не прячем, давайте позовем человека и это. Да, машинка катается. Машинка катается как ого-го. Вон только еще теплый кузов, я смотрю, видать, горячий асфальт, да? Ну, только сработал. Горячий еще, ну, вообще нормально. Ну, спасибо, что заехал, вот, не пожалел в такой, заехать в город, можно сказать, на такой огромной машине. Она тут занимает место, просто капец. Ну, а на сегодня все. Здоровья всем крепкого, настроения бодрого, добра, бабла, хлеба и мирного неба.